Есть герой в мире сказочном. Он смешной и загадочный. На крыше дом, ну а в нем живет он. Толстый кто? Правильно, малыши, просит Карлсона. Рассмеши нас, пожалуйста, иди сюда. Ты к нам в окно, полети и спой нам, пошли. Толстый Карлсон! И вот мы слышим, снова слышим мотора стук, веселый стук. Это с крыши, прямо с крыши спешит к нам друг, наш чудесный друг. Поднимает настроение, дракит, тормошит. Есть клубничное варенье и нас смешит. Толстый кто? Правильно, хоть и мы люди взрослые, вечно ходим с вопросами, да? И как тут быть, ну если нет тебя здесь, правда? Кто толстый, а? Карл! Правильно, очень. Просим мы Карлсона, прилетай к нам, пожалуйста. Нам скучно жить без тебя, чудак наш. Толстый, кто? Класс! Вот мы слышим, снова слышим мотора стук, веселый стук. Это с крыши, прямо с крыши спешит к нам друг, пойдем. Наш чудесный друг по другу стучает. Это значит, сказка может. Добрый день, Авнистай, пошли. Это значит, Карлсон нам поможет в сказку к нам попасть. Толстый, кто? Ручки вверх! Вверх, вверх, вверх! Ребята, давайте верить в чудеса! Давайте всегда оставаться детьми! Это так здорово! Это так классно! Ручки подняли вверх! Так, а сейчас будет рок-н-ролл! Вместе со мной, вот так! Понимаю. Класс, спасибо большое. Ну что, так.